Ну что ж, давайте приступать. Да, я буду рассказывать более конкретно про игровые механики. Кстати, насчет того, что говорил Константин по поводу целевой аудитории и прочих вещах, которые влияют на популярность игр и вообще на то, сколько они зарабатывают, вот должен сказать, что мне «Майор Гром» не очень понравился. Можем потом как-нибудь с Константином подискутировать на эту тему. Я не скажу, что он прям... Кто смотрел «Майор Гром», давайте это, плюсик, кому понравился, минус, кому не понравился. Вот, я, да, буду рассказывать про игровые механики. Для начала коротко о себе, потому что меня пока еще не все люди на планете знают, поэтому приходится все-таки представляться и рассказывать, кто я. Я работаю уже более 10 лет в российских компаниях, в основном разрабатывающих мобильный фри-то-плей. Начинал с браузерных, да, когда еще мобилки были не настолько распространены. Потом начал работать уже в компаниях, которые разрабатывают мобильные игры. Начинал со студии IT Territory, которая входила в холдинг Mail.ru. Как раз там начал разрабатывать мобильные мидкорные игры. Потом переключился немного на мобильные казуальные игры в компании Playflock. Далее занимался мобильными детскими играми в компании «Интерактивный мульт». Потом в мобильными полуказуальными, полумидкорными в компании «Zeptolab», «Wargaming Mobile». Сейчас работаю в небольшой, можно сказать, инди-студии «Gaming Point» и занимаюсь геолокационной мобильной игрой, которую очень надеюсь, что в этом году мы все-таки релизним, и можно будет уже что-то показывать из того, что мы последние 2 года делаем. Вот. Ну, собственно, про интерес, как игра вызывает интерес, и, собственно, как этот интерес вызвать у игрока с помощью каких-то геймдизайнерских уловок, я сейчас более-менее расскажу, а дальше уже о том, как можно оценить игровую механику, насколько она перспективная, насколько она действительно может зацепить игрока, и стоит ли вообще ее начать реализовывать, и как понять, еще даже не успев сделать какой-то прототип, который можно пощупать, как понять, что игра может быть интересной, перспективной, и стоит в нее вообще вкладывать время, деньги и остальные ресурсы. Собственно, на какие вопросы? Да, Константин тоже в своей лекции задавал много вопросов, я тоже буду задавать вопросы, потому что я очень люблю говорить, что основная работа геймдизайнера – это задавать вопросы «зачем?». Зачем ту или иную вещь нужно делать? Здесь вопросы будут более конкретные. Будет ли интересно играть с такой механикой? Захочется ли долго играть в такую механику? Соответствует ли механика ожиданиям и эстетике? Собственно, большинство из этих вещей на самом деле более-менее, не сказать, чтобы осязаемые, и которые можно посчитать, но можно в том или ином виде проследить, какие механики обычно вызывают интерес у игроков, и попытаться найти какие-то общие параметры, которые эти механики определяют. С тем, как долго можно играть в игру с определенной механикой, тут все довольно просто, это называется масштабируемость, и про нее я тоже сегодня расскажу. По поводу механики ожидания, я думаю, тоже вполне понятно. Если вдруг у нас какой-нибудь хардкорный шутер, где мы бегаем и отстреливаем каких-нибудь инопланетян, вдруг у нас появляется механика Match 3, она максимально неожидаема игроком, и она может вызвать некий, ну, назовем это когнитивным диссонансом, и, соответственно, может игрока оттолкнуть, потому что ему не хочется играть в Match 3. То же самое, если вы играете в какой-нибудь, я не знаю, point-and-click квест, решаете какие-то головоломки, пытаетесь понять, как дальше пройти игру, как там открыть очередную дверь, как там помочь очередному персонажу игровому, и вдруг вам в игре предлагают пройти какой-то гоночный этап, который максимально не соответствует тому, чем вы занимались до этого и вообще чем вы занимаетесь большую часть времени. Ну и про эстетику игры. Под эстетикой я понимаю и визуализацию, и нарратив. Все вот это вместе я называю эстетикой. Соответственно, механики, ну, довольно странно будут в детской игре выглядеть механики Fatality из Mortal Kombat. Либо в какой-нибудь фэнтезийный RPG, какие-нибудь бластеры и прочие истории, связанные там со стрельбой, с баллистикой и так далее. Ну да, может быть, стрельба из лука.
либо упрощенная, либо более-менее сложная, как, например, в Kingdom Come Deliverance. Но в любом случае есть механики, которые никак не соответствуют эстетике и внешнему виду даже, и в целом тому настроению, которое игра создает у игрока. Соответственно, об этом мы тоже плюс-минус поговорим. Важно в процессе работы геймдизайнера понимать, что есть вещи, которые вызывают физическую боль. В первую очередь важно понимать, что игры разрабатываются достаточно долго. Крупные игры разрабатываются лет 5-7, наверное, если говорить про какой-нибудь God of War, говорить про какой-нибудь Last of Us и в целом AAA-игры, вроде тех же Assassin's Creed, Call of Duty и так далее. И важно понимать, что мир меняется на протяжении всего этого времени, и есть достаточно осязаемые риски того, что механики, которые интересны сейчас, будут неинтересны потом. И наоборот, на самом деле, часто бывает так, что хорошо забытое старое – это что-то новое, и новое поколение игроков какие-то старые аркадные механики воспринимает достаточно свежо. Например, там какой-нибудь топ-даун-шутер, например, или, я не знаю, взять какие-нибудь Пэкмана или Донки Конга с аркадных автоматов, и, возможно, как-то адаптируя эти механики, можно получить что-то свежее и новое. А второй момент, из-за которого геймдизайнеры довольно часто страдают, это, естественно, финальная оценка игроков. Мы, наверное, довольно часто слышим истории о том, что если какому-то комьюнити не зашла игра, или там не понравилось какое-то решение, которое приняли разработчики, то они начинают писать токсичные гневные письма, писать посты на форумах, записывать видео и тому подобные вещи, которые довольно жестко периодически критикуют игру, критикуют конкретных разработчиков. Часто бывают претензии к актерам озвучки в том числе. Ну, то есть множество историй можно вспомнить. И нужно понимать, что это будет происходить. Нужно понимать, что игра понравится далеко не всем. Чаще всего, соответственно, ну, игра нравится той целевой аудитории, которую вы выбрали. И это нормально, это хорошо, когда игра нравится той целевой аудитории, которую вы выбрали. Если игра достаточно популярна, то в нее начнут играть люди не из вашей целевой аудитории, они могут игру не понять, они могут игру не оценить, и все это может привести к некому негативу, который даже может меркнуть в целом среди позитивных отзывов, но в любом случае какой-то негатив воспринимается более остро. Какие-то игроки, которые этот негатив проецируют на разработчиков, они могут звучать достаточно громко, поэтому в любом случае подобные вещи замечаются. И третий момент, когда геймдизайнер может, так сказать, закреативиться и начать придумывать какие-то уникальные, нестандартные механики, нужно всегда понимать, что такие механики как раз труднее всего оценить, и они, скорее всего, сузят аудиторию, скорее всего, увеличат ряд негативных отзывов, когда игроки могут ожидать чего-то стандартного и им знакомого и понятного, а вдруг они сталкиваются с чем-то нестандартным и уникальным. Это может вызвать в том числе негатив и отторжение, хотя геймдизайнер, возможно, долго думал над этой идеей, подумал, что это гениально, и это обязательно нужно реализовать. Есть замечательная игра, называется Beginner's Guide, в которой игровой разработчик рассказывает и показывает свои прототипы с прикольными механиками. Типа, ну, есть механики нестандартные, которые действительно заходят. Например, тот же суперход, когда время в игре движется только, когда персонаж движется. И эта идея зашла, эта идея понравилась игрокам. И вот, собственно, в этом Beginner's Guide есть куча вещей, которые тоже, собственно, геймдизайнер пытался в прототипах реализовать, и это не получилось. Например, что будет, если у вас шутер от первого лица, но двигаться можно только назад? Соответственно, вы можете двигаться только спиной вперед, стрелять только назад, и как вы будете обходить каких-то монстров, которые, или каких-то противников, которых не видите, и как вы будете с этим бороться? Такая механика, соответственно, ну,
судя по тому, что известных игр с такой механикой нет, можно сказать, что механика, скорее всего, не зашла, либо еще геймдизайнеры не придумали, как ее правильно реализовать. То есть, ну, опять же, здесь множество историй с управлением, когда, например, на консолях не очень удобно играть в стратегии, и раньше не очень удобно было играть в шутеры от первого лица, соответственно, сейчас эта вся история уже сглаживается, и в шутеры на консолях довольно активно играют. То же самое с шутерами на мобилках. То есть какие-то итерационная разработка или вот эволюционные шаги позволяют в итоге решать какие-то нестандартные, уникальные проблемы, которые создаются либо платформами, либо придумываются геймдизайнерами. И в итоге нельзя сказать, что какая-то механика обречена на провал прям всегда. Скорее всего, просто еще нет достаточно хорошей реализации той или иной механики, поэтому она не заходит игрокам. Стоит дождаться, возможно, игроки еще не готовы, возможно, целевая аудитория еще слишком маленькая и не привыкла к таким вещам, либо, возможно, просто геймдизайнер что-то не додумал, что-то не доучел, и просто стоит подольше поисследовать этот вопрос, и, соответственно, все это будет работаться лучше. Собственно, когда мы начинаем разрабатывать игру, у нас есть возможность разобрать игровую механику еще до того, как мы начали ее, собственно, прототипировать. Еще даже до того, как что-то у нас появилось. Можно, конечно, писать какие-то концепт-доки. Естественно, это один из вариантов того, как можно прописать идею какой-то механики. Конечно, показать ее команде или показать, там, если программистам, художникам, у них начнут возникать вопросы, вы начнете эти вопросы прорабатывать и, скорее всего, столкнетесь с какими-то проблемами, которые не знаете, как решить. Это вполне нормальный рабочий процесс. И в какой-то момент вы поймете, что вы не знаете, как решить какую-то проблему, которую озвучила команда, и, значит, скорее всего, эту механику реализовать не получится или получится не в том виде, в котором вы ее видите, только потому, что не можете решить вот этот список проблем, который возник. Второй отличный момент, который мне подсказали в свое время маркетологи и которым я стал часто пользоваться, это попытаться нарисовать скриншот той идеи, которую вы хотите реализовать, и потом показывать ее целевой аудитории или просто окружающим людям на тех же, например, игровых конференциях или еще где-то там, на Кикстартере, например, можно попробовать через скриншоты все это дело решить. И по отзывам о скриншотах понять, правильно ли игроки понимают игровую механику, нравится ли она им или нет. То есть у меня была история, когда мы тестировали игровую механику еще до того, как начать ее разрабатывать, просто нарисовав несколько скриншотов и показав их, собственно, целевой аудитории. И посмотрев фидбэк, понятно, непонятно, какие вопросы возникают от этих скриншотов, насколько игрокам нравится, не нравится то, что они видят. На скриншотах можно проверять различные механики, которые используются в игре, то есть там кооператив или там, я не знаю, возможность там шутера, как я уже говорил, под водой и так далее. Какие-то отдельные моменты для того, чтобы еще перед тем, как начать эту фичу разрабатывать, можно было понять, насколько она будет интересна игрокам. Ну и, собственно, первое, на что я всегда обращаю внимание, хотя я и делаю мидкорные игры, но мне все равно очень важно, насколько та или иная механика проста и понятна, насколько ее легко освоить и понять, как раз глядя на скриншот. Вот отличный пример, надеюсь, видно, скриншота из игры Far Cry. И по этому скриншоту по большей части понятно, что в игре происходит. Мы видим, что это шутер от первого лица. У нас, видимо, есть какие-то союзники, которые помогают нам стрелять по противникам. У нас есть средства передвижения, в том числе самолет, не только автомобили и прочее. Соответственно, у нас есть даже помощники в виде животных, конкретно собак. Плюс мы видим здесь различные оружия, то есть у нас одно оружие, у противника другое оружие, у нашего союзника третье.
Соответственно, мы видим разнообразие оружия, мы видим разнообразие средств передвижения. Опять же, противников мы видим различных. Видим, что у нас есть там какая-то локация, какие-то здания, какие-то укрытия. Соответственно, по большей части по этому скриншоту нам понятно, что происходит в игре и какие фичи нас ждут в том или ином виде. То есть мы можем ожидать то, что это в игре у нас будет. Дальше абсолютно непонятно, как меряющаяся характеристика – это, собственно, насколько механика интересная. Но в первую очередь, для того, чтобы понять, будет ли эта механика интересна, можно предположить, как она вообще соответствует ожиданию. То есть, если игрок ожидает шутера, то какого шутера он ожидает? Вот, например, взять BioShock игру. Это шутер от первого лица, но с добавлением некой уникальной фичи, связанной с плазмидами. Плазмиды у нас расширяют возможности игрока. То есть это не просто шутер, а шутер, грубо говоря, с магией. Ну, в каком-то виде можно плазмиды из BioShock назвать магией. Соответственно, мы предполагаем, что, скорее всего, они расширят возможности игрока. Они добавят какие-то комбинации. Там, я не знаю, я заморозил противника, разбил его там, я не знаю, лопатой, поджег противника, еще какие-то действия с противником использовал трикинез и тому подобные вещи, которые расширяют наше стандартное шутерное взаимодействие с миром, когда у нас просто есть пушка, и мы там, я не знаю, можем стрелять по красной бочке, которая, опять же, если ну, игрок ожидает, что эта красная бочка у нас взорвется. То есть у нас, опять же, есть стандартное ожидание. А почему бы нам не дать возможность не бочки взрывать, а кидать какие-нибудь огненные взрывающиеся шары? Но те же плазмиды. Естественно, все подобные вещи создают новые эмоции, создают новый опыт игроку, и он хочет об этом рассказывать. Кстати, история о том, что игроки рассказывают о игровых механиках друг другу, грубо говоря, за кулером в офисе, это еще одна мощная современная тенденция, которую поддерживают мегапопулярные сейчас PUBG и Fortnite, когда игроки попадают в различные игровые ситуации, которые вызывают у них яркие эмоции, и, соответственно, они хотят ими делиться. И это, опять же, в свое время, когда у меня была задача придумать механику, которая будет, как мы тогда назвали, streamable, то есть механика, которая увеличит интересность игры для стримеров и, соответственно, для людей, которые эти стримы смотрят. И это тоже одно из направлений, которое сейчас довольно популярно в некоторых жанрах. И это тоже делает игру, собственно, интересной и для смотрящего, и для самого игрока, потому что создает какую-то уникальную ситуацию. Ну и, соответственно, быстрое погружение – это тоже про интересность и про то, как заставить игрока, собственно, погрузиться в игру. Поток тут как раз связан с ростом сложности и скилла игрока. Его относительно можно как-то прикинуть, и это плюс-минус такое понятие, которое можно измерить. Соответственно, оно же влияет на то, насколько игроку интересно. То есть, если мы игру, там, я не знаю, играем пару часов, и нам скучно, потому что противники слабые, потому что мы используем одно и то же оружие на протяжении всех этих двух часов, потому что мы гуляем по одной и той же локации, потому что мы гуляем по подземному бункеру. Это тоже как бы понижает интерес к игре и не вводит игрока вот в это потоковое состояние. Если смотреть на тот же Uncharted, там очень быстро что-то меняется. Вот мы бежим по джунглям, вот мы попали в через несколько минут в какое-то, я не знаю, древнее подземное строение. Прошло еще несколько минут, и мы уже гоняем на катере. Через там, пару десятков минут мы уже на джипе едем. Потом опять какие-то головоломки решаем. Потом снова с противниками сражаемся. Все это сохраняет вот это потоковое состояние на достаточно длительное время и удерживает игрока, и создает впечатление того, что вот эти все механики, они интересные. Не просто мы там каких-то одинаковых серых болванчиков отстреливаем из пистолета, а вот действительно у нас постоянно что-то меняется, у нас какая-то динамика есть. В качестве примера очень яркого могу привести
историю, связанную с довольно популярной в свое время гонкой Motorstorm. В чем ее суть? У нас есть несколько видов транспорта. Это багги, это обычные автомобили, это грузовые автомобили, это мотоциклы. И у нас есть очень разношерстная трасса с разными покрытиями. Это может быть песок, гравий, асфальт, какая-то непересеченная местность, там, грязь, лесополоса и тому подобное. И когда мы, собственно, начинаем заезд, мы выбираем, по какой поверхности ехать, потому что для каждой поверхности эффективно то или иное гоночное средство. То есть ехать на каком-нибудь грузовике по пляжу с песком не очень круто. Для этого больше подойдет багги, на котором мы можем ехать как по асфальту, так и по песку. А на мотоцикле, соответственно, ну, если это раллийный мотоцикл, мы пытаемся выбрать трассу соответствующую, то есть с каким-то асфальтовым покрытием. Если у нас... Если раллийный мотоцикл, то наоборот, по непересеченной местности, там по лесополосе, по грязи. Если у нас какой-то мотоцикл более-менее гоночный, то мы пытаемся выбирать трассу, соответственно, асфальтовую, там мы уже соревнуемся с обычными автомобилями. Соответственно, длина этих трасс, ну, участков трасс тоже, соответственно, разная, она балансится под соответствующие скорости соответствующих автомобилей. И в целом это создает уникальный опыт, и в целом это создает интересную гонку. То есть это создает интерес, потому что добавляет какое-то стратегическое мышление в гонке, где обычно настолько продумывать свой маршрут не нужно. То есть, понятно, мы едем, мы оцениваем других соперников, мы оцениваем, насколько мы далеко или близко друг от друга. Опять же, тот же Mario Kart добавляет нам какие-то пауэрапы, когда мы можем использовать какие-то бусты типа там самонаводящихся черепашьих панцирей, когда мы можем использовать там какие-то мины или использовать кальмаров для того, чтобы с помощью чернил заграждать экран игроку, и он не все видел. Ну, то есть, опять же, это некое стратегическое мышление, некий стратегический выбор, который мы даем игроку в процессе гонки, тем самым еще больше увлекая его в процесс и добавляя интерес. Потому что, ну, сейчас гонки это тот жанр, в котором довольно тяжело в стандартной механике гоночной придумать какую-то мегаинтересную фичу, ну, не связанную, например, с симуляцией. То есть тот же Гран-Туризмо, он выигрывает за счет того, что он очень хорошо симулирует поведение автомобиля. Тот же Forza Horizon – это как раз аркадная гонка, в которой есть множество разных типов заездов. Есть заезды на тракторах, есть ночные заезды, в дождь заезды, на электромобилях заезды, что тоже создает вариативность и тоже создает некий интерес к вроде бы стандартной механике гонки. Дальше мы плавно перетекаем к тому, что все это запоминается. То есть механика, которая нас удерживает и которая кажется нам интересной, она одновременно становится и запоминающейся. То есть она не надоедает. Мы можем с помощью одной механики с какими-то вариациями достаточно долго удерживать игрока в игре. У нас не один плазмид, который, например, замораживает. У нас несколько плазмидов, которые мы пытаемся, возможно, как-то объединять или пытаться найти сочетание хорошее оружия и плазмида, или плазмида и соперника. Все эти вещи, опять же, запоминаются игроку, он запоминает свой опыт, он начинает более эффективно использовать сочетание плазмидов, оружия и противника. То же самое с Моторстормом. То есть мы запоминаем трассы, мы понимаем, по какой траектории на этой трассе нам ехать удобнее всего. То есть, например, какие-то трассы нам больше нравится ехать по пересеченной местности, где-то по непересеченной местности. И мы, соответственно, выбираем тот или иное транспортное средство для того, чтобы более комфортно для себя проехать ту или иную трассу. Плюс, поскольку все игроки видят трассу по-разному, это создает вот этот тот же эффект того, что каждый делится своим опытом прохождения, каждый рассказывает, что он одну и ту же трассу проходит либо разными способами, либо там я прошел на багги,
я не знаю, мой друг Вася проходит на мотоциклах, и для нас это тоже разный опыт. И если этот Вася мне рассказывает о том, как круто он гоняет на мотоцикле по этой трассе, то я, наверное, тоже, придя домой и запустив игру, попробую. А почему бы не вернуться в игру и не попробовать действительно на мотоцикле проехать? Может, это действительно настолько круто, насколько рассказывает Вася. Ну и, соответственно, весь этот опыт в том или ином виде оставляет какую-то яркую эмоцию, яркое послевкусие. Я погонял на мотоцикле и такой: о, действительно, вот мне на мотоцикле понравилось. Это прям прикольно, я этого не ожидал. Или там, не знаю, какой-то из моих коллег может рассказать мне, как проходить тот или иной сложный этап в каком-нибудь шутере, в какой-нибудь РПГ. Например, а ты пробовал пользоваться там таким-то сочетанием героев там, в каком-то Dragon Age или в Mass Effect? То есть я там гоняю с одними персонажами, которые мне нравятся, там, нарративно, например. Но при этом я не могу какой-то участок игры пройти, и мне кто-то подсказывает, что: а ты попробуй вот это сочетание персонажей, вот это сочетание способностей, и ты пройдешь эту вот историю. Я в свое время, когда играл в первый Dragon Age, для меня было откровением то, что можно заливать всех противников АОЕ заклинаниями, то есть там какой-нибудь огненный дождь, какой-нибудь буран и тому подобные вещи, я их просто объединял и заливал большую часть противников, и до меня там добегало 1-2 каких-то покоцанных, особо живучих персонажа, которых добивал просто мой разбойник, и все. Для меня это было вот откровением, то, что так можно делать, потому что я по стандартной варкрафтовской механике работал, то есть у меня был танк, который держал агро на себе, все, собственно, противники его били, сзади стояли всякие лучники маги, которые закидывали его фаерболами, и когда я открыл вот эту новую механику, для меня это было прямо откровением. Но есть еще альтернативный подход, это игра Altus Adventure, собственно, это симулятор сноубордиста, Altus Odyssey, по-моему, я не помню, какая из них первая часть, какая вторая, их две. Altus Odyssey и Altus Adventure. Одна про снег, другая про песок. Но обычно такие игры, например, Оли-Оли или тот же Тони Хоук, они достаточно динамичные. И мы понимаем, что если мы там на скейте гоняем, делаем какие-то трюки, или на сноуборде гоняем, делаем какие-то трюки, это игры динамичные, они требуют от нас максимального сосредоточения, когда мы пытаемся максимально эффективно проехать трассу, там, набрать большее количество очков или приехать первым. А здесь механика сноуборда совмещена с таким релаксирующим, чуть ли не медитативным геймплеем, когда мы на таких очень ярких, спокойных локациях спокойно едем практически. Нам ни с чем не нужно соревноваться. Наша основная задача просто как можно дальше проехать, ну и, соответственно, не пропустить там какие-то моменты, связанные с прыжками, с набором скорости в нужный момент и так далее. Но она максимально медитативная, и она тоже создает вот этот уникальный эффект, связанный с тем, что сноуборд можно в игры, связанные со сноубордом и с вот каким-то таким экстремальным видом спорта, можно играть медитативно. Это тоже создает уникальные эмоции, это тоже создает состояние потока, и в целом в эту игру можно залипнуть, и, соответственно, эта механика работает максимально как раз на контрасте. Вот хороший пример контраста того, что игрок ожидает, того, что игрок получает. Это достаточно тонкий лед, по которому опасно ходить, и не всегда получается так хорошо играть на контрасте. Чаще всего это может быть связано, например, с какими-то ироничными вещами. То есть есть замечательная игра Conker's Bad Day. Она в свое время вышла еще на Nintendo 64 и в целом выглядела как детская игра про милых пушистых зверей. То есть там, я не знаю, пародировала тот же Spyro the Dragon, того же Крэша Бандикута и так далее, но при этом она была максимально GTA-шной, со всеми вытекающими оттуда вещами, и с нецензурной лексикой, и с проблемами, с которыми сталкиваются персонажи. Соответственно, она тоже играет на этом контрасте, тоже у нее это получается, но это работает далеко не всегда, и это довольно сложно заранее понять, будет ли это работать или нет. Очень много игр, которые на контрасте как раз не выезжают, а примеров, и мы их, скорее всего, забываем. То есть, я не знаю, тот же Postal или Hatred, которые выходили в свое время.
тоже пытаясь выезжать вот на этой иронии и контрасте, но они менее популярные, чем вот то, что я называл. И они, скорее всего, забудутся, а те, которые действительно хорошо выезжают, их единицы. Поэтому правильно пользоваться конкретно этим инструментом, ну, не каждый может, и не каждый контраст работает так, как задумывает геймдизайнер. Дальше глубина механики. Это, наверное, одна из основных критериев, который очень важен в процессе того, как вы придумываете механику, в процессе того, как вы думаете, как ее реализовывать. Глубина механики, на самом деле, если вот объяснять на пальцах, достаточно просто можно описать. В первую очередь, это когда опыт, который получает игрок, в итоге позволяет проходить ему игру более эффективно. Даже это может быть не только рост в левеле и в качестве доспехов или в качестве оружия, это может быть рост в том числе в скиллах. Ну, то есть в ритм-геймы, там, уровня Guitar Hero и так далее. Это отличный пример глубокой механики, где игрок со временем приобретает навыки, проходит все более-более сложные треки, все более-более эффективно играет. И вообще ритм-геймы, собственно, на этом и построены. Шутеры в том или ином виде, там те же самые киберспортивные шутеры вроде Counter-Strike или Overwatch и тому подобных вещей, у нас же там не растут персонажи в плане мощности, у нас растет только наш скилл. Если говорить о играх синглплеерных, где нет там какой-то соревновательности, или даже где в целом не особо много боев и использование там каких-то навыков стрельбы и так далее, это небезызвестная Зельда, где у игрока растут скиллы за счет умения использовать те инструменты, которые ему, то есть игроку, даются в тот или иной момент. Когда у нас есть только один инструмент, там в самом начале игры мы получаем магнитик, с помощью которого мы можем притягивать какие-то металлические поверхности и как-то их расставлять. Потом мы получаем все больше и больше инструментов, учимся проходить в до этого недоступные локации, учимся взаимодействовать с этими инструментами между собой, то есть у нас там, не знаю, есть какой-нибудь крюк, есть бомбочки, есть магнит, и мы решаем какие-то головоломки с помощью взаимодействия этих инструментов. Опять же, любая метроидвания в том или ином виде работает как раз с вот этой глубиной механик, когда мы сначала ничего не можем, потом у нас появляется двойной прыжок, мы учимся проникать в какие-то локации, которые до этого не могли, а потом мы получаем какой-нибудь дэш или возможность, я не знаю, планировать после прыжка и, соответственно, преодолевать еще какие-то препятствия. В метроиде это возможность превращаться в шар, множество вариантов. Тут есть еще другой момент, например, в том же Little Big Planet мы не можем проходить в какие-то локации, если у нас меньше определенного количества игроков. То есть есть какие-то локации, куда можно пройти, только скооперировавшись вдвоем, втроем, вчетвером. Это не совсем то, это не глубина, это скорее вот работа на кооператив. Это нельзя назвать именно глубиной игровых механик, потому что мы используем те же самые механики, просто у нас есть возможность использовать несколько персонажей одновременно в кооперативе и взаимодействовать друг с другом. Это скорее больше вот именно фича кооперативная. Это, скорее всего, именно отдельная механика. Это не глубина механики платформенной, которой мы пользуемся, когда игру проходим. То есть там перепрыгивать через какие-то ямы, запрыгивать куда-то там двойными прыжками или используя там лианы, тросы и так далее. Это именно отдельная механика кооператива, которая тоже нужно понять, насколько она глубокая. То есть насколько можно придумать различных механик, которые используют взаимодействие всех четырех игроков. И тут мы плавно переходим к масштабируемости. Это, наверное, самый важный критерий, который убил самое большое количество моих идей, так или иначе, которые я пытался реализовать, и не думал о масштабируемости. Масштабируемость – это то, как нашу механику можно развивать и как
потом игрок будет пользоваться, собственно, ее глубиной. То есть, ну, сразу переключу на, наверное, самый яркий пример. Это механика матч 3. Наверное, самая масштабируемая механика, которую можно представить, потому что только на этом скриншоте мы видим уже несколько механик. Точнее, мы видим механику матч 3 и то, как ее можно масштабировать. То есть, во-первых, она масштабируется и бустерами, которые мы используем. Она масштабируется различными предметами, которые у нас расположены на поле игровом. И, соответственно, мы как-то по-разному с ними взаимодействуем. Тут и то, что нам нужно освободить яблоки, матча рядом с ними, фигурки, и то, что у нас еще поле нужно заполнить зеленой травкой, и у нас один из критериев прохождения уровня – это, собственно, заполненность поля. И то, что у нас есть коробки, которые не позволяют нам сразу начать матчить элементы рядом с яблоками и, соответственно, сразу выполнять эту цель. И у нас разные уровни этих коробок. То есть есть коробки более плотные в плане того, что нам нужно несколько раз смачивать рядом с коробками, перемотанными скотчем, для того, чтобы эти коробки убрать. В общем, на одном этом скриншоте видно огромное количество способов, как масштабировать механику матч 3. Соответственно, с механиками гонок, с механиками шутера, с механиками РПГ. Множество, опять же, способов то, как это можно масштабировать и как в целом выстроить прогрессию игрока. Потому что масштабируемость в первую очередь влияет на прогрессию. То есть сначала у нас механика простая и понятная, о чем я говорил в самом начале. То есть игрок понимает, как играть там, за первые 10-15 секунд или даже не играя, а просто по скриншоту он понимает, как в игру играть. Потом мы постепенно добавляем глубины, добавляем какие-то новые вещи, за которыми игрок должен следить. Мы масштабируем эту механику, все больше увеличивая количество элементов, которые влияют на нее. Ну и, соответственно, именно вот взаимодействие всех этих критериев в итоге отлично работает на то, как механика работает на игрока, как она удерживает его в игре, как работает вот на этот момент, связанный с, как сказать, с погружением. Соответственно, у меня есть отличный пример из практики, когда мы делали мини-игру небольшую, связанную с механикой тира. То есть, когда перед игроком появляются различные мишеньки, и нам нужно, соответственно, было усложнять эту механику тира. Причем усложнять ее не плавно, а усложнять ее вот именно поуровнево. То есть, у нас есть очень легкие уровни, которые нужно пройти с помощью этой механики. Легкие уровни, обычные, сложные и очень сложные. Соответственно, у нас есть некая детерминированность. У нас есть некие уровни, которые игрок должен проходить. И когда ему легкие уровни уже становятся ему легкими и неинтересными, он просто переключается на следующую сложность. Она должна быть заметно сложнее. Она должна какой-то челлендж перед игроком поставить. Ну и, соответственно, у нас в процессе создания этой механики, естественно, у нас есть некоторые ограничения, связанные с тем, что это делалось для мобильной платформы, связанные с тем, что у игрока есть некие бустеры, которые могут облегчать ему игру, то есть легкость прицеливания увеличивать. И мы не знали до момента того, как начали прототипировать механику, о том, будет ли у нас достаточно параметров, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы эту сложность настраивать. И мы не знали, сможем ли мы как-то это сделать нормально для восприятия игроком или нет. То есть будет ли у нас очень легкий и легкий действительно разными сложностями, чтобы игрок действительно, который только-только освоился на очень легкой сложности, звучит не очень, но на очень легком уровне игры, будет ли у него челлендж в момент, когда он переходит на легкие уровни. А нужно ли ему будет пользоваться какими-то бустерами в самом начале, чтобы к этому привыкнуть.
нужно ли ему какое-то время для того, чтобы освоиться, как часто он будет проигрывать. Вот эти вот все моменты мы очень долго пытались понять, вот эта вот масштабируемость, она у нас есть в этой механике или нет. Потому что очень часто бывает так, что придумаешь очень прикольную механику, она очень нравится, и она даже работает достаточно хорошо, но спустя, там, я не знаю, 3-5 дней игры она начинает надоедать, ты начинаешь придумывать, как ее масштабировать, чтобы добавить какого-то челленджа, чтобы добавить какого-то свежего глотка воздуха для игрока, и не можешь. То есть ты понимаешь, что ты не можешь придумать так, чтобы механика осталась той же самой, чтобы она кардинально не менялась, но при этом игроку становилось сложнее, и от этого интереснее играть, потому что когда ему становится сложнее, у него сохраняется вот это состояние потока. И есть несколько примеров, когда есть какая-то очень прикольная механика, но при этом ее масштабирование, ну, ее разработчики масштабируют совершенно по-разному, и вот эта вот возможность масштабирования у этих механик тоже разная. Для примера возьмем, наверное, три игры. Первая – это всем известный Portal, в котором довольно простая механика на самом деле. И вся ее масштабируемость плюс-минус упирается в левел-дизайн. Соответственно, у нас есть разные уровни с разными там какими-то блоками или задачами, типа переместить вот наш кубик-компаньон куда-то на кнопку и так далее. И да, этой механики хватило на первую игру. Но на самом деле вторая игра, она уже не может дальше масштабировать механику с порталами, поэтому добавляет вот этот нарратив и вот эту динамику уровней, то, что мы там попадаем на разные уровни, мы общаемся с нашим вот этим роботом-компаньоном, у нас есть какой-то сюжет, у нас есть соперник в виде GLaDOS и так далее. То есть это альтернативный способ поддержать интерес к той механике, которая уже на самом деле плохо масштабируется. Второй пример из того же жанра головоломок – это Talos Principle, который построен на механике, собственно, отражения света. И в ней, мне кажется, масштабируемость еще меньше, чем в механике с порталами. Да, конечно, она также масштабируется за счет левел дизайна и за счет сложности задач. Но опять же, мы можем сделать так, что задача будет настолько сложной, что игрок не сможет ее пройти и бросит игру. То есть нам тоже очень плавно нужно эту сложность увеличивать. Соответственно, у нас есть различные предметы, которые могут взаимодействовать с этим лучом света и как-то его перенаправлять. Есть разные задачи, которые мы должны выполнять. Но проходя игру, это, опять же, чисто на уровне ощущений все это создается в первый раз. То есть, когда ты игру не анализируешь, ты ее проходишь и можешь отталкиваться только от тех ощущений, которые эта игра у тебя создает. А потом ты уже начинаешь вот от этих ощущений плясать и пытаться понять, почему у тебя игра вызвала именно эти ощущения. И вот по ощущениям Talos Principle менее масштабируемая, чем Portal. И третья игра из того же жанра – это Witness, в которой вообще максимально простая механика, связанная с соединением, ну, точнее, со змейкой некой, которую нужно провести по лабиринту с определенными правилами. Но вот как раз масштабирование правил за счет окружения, там есть множество вариантов, когда нам нужно смотреть на экран с головоломкой и смотреть, что за этим экраном находится, чтобы понять, как эту головоломку решить. Есть головоломки, которые связаны со звуком, есть головоломки, связанные с какими-то движущимися объектами, либо с цветами. То есть множество вещей, которые окружают игрока, они влияют на то, как ему достаточно простую головоломку, которую тяжело масштабировать. При этом они добавляют вот этой сложности и добавляют вот этого масштаба и глубины только вот за счет environment, то есть за счет окружения. Я всегда люблю в пример приводить еще гольф и мини-гольф. То есть мини-гольф можно достаточно легко масштабировать за счет перепадов высоты, за счет создания там различных препятствий на поле, там всякие мельницы, вот эти небезызвестные и тому подобные вещи.
И здесь вот примерно то же самое. Почему я именно на этапе масштабирования остановился подробнее? Потому что, это не знаю насчет других геймдизайнеров, скорее всего, так и есть. Но для меня это личная боль, потому что многие прикольные идеи, которые мне казались прикольными, я не придумал, как масштабировать. И в итоге мне пришлось убрать их в стол только за счет того, что, ну, хорошо, типа час-два игрок поиграет в эту механику, а дальше что с ней делать? Как ее развивать? И вот именно этот момент, связанный с развитием механики, всегда меня останавливал и в итоге заставлял возвращаться в исходную точку и перепридумывать что-то. Ну и, собственно, завершая рассказ про то, как сделать механику интересной, есть синоним слова «интересный», а именно аддитивный. То есть существуют механики, которые вот погружают игрока в игру максимально эффективно. Они называются аддитивными механиками. Ну, я не знаю, насколько этот термин распространен в среде не геймдизайнеров, но я с ним сталкивался на самом деле. Собственно, вот комбинация всех этих пяти критериев, которые я назвал, то, что механика должна быть запоминающейся, интересной, понятной, масштабируемой, глубокой, только правильная... баланс между этими пятью параметрами и доведение, ну, собственно, работа с каждым из этих параметров так или иначе сделает механику аддитивной, и это можно сказать, что это высшее достижение геймдизайнера, когда такую механику удалось создать, и она всегда максимально эффективно работает на игроков, она максимально эффективно удерживает игроков в игре, она максимально эффективно монетизирует игроков, если у вас игра с монетизацией с какой-то. И в целом она работает и как сарафанное радио, когда игроки делятся друг с другом информацией о вашей игре, и на продажи, и на удержание, и на обзоры, и на стриминг, и на стримеров, и на тех, кто смотрит эти стримы, в общем, и на мультиплеер, на все что угодно, она работает максимально эффективно, и создав такую механику, по большей части можно быть уверенным в том, что игра действительно будет успешной. Понятно, что есть риски, связанные с маркетингом и с разработкой, и то, что в процессе могут возникнуть какие-то технические проблемы, которые не удастся решить, или которые повлияют на аддитивность этой механики. Это тоже очень важно понимать, потому что геймдизайнеру в том числе нужно сохранять фокус вот той разработки, которая происходит. Если вдруг механика начинает меняться под влиянием каких-то внешних факторов, связанных с техническими ограничениями, с визуальными какими-то ограничениями, да с чем угодно на самом деле, даже с ограничениями, связанными с управлением, важно понимать, насколько сильно все эти ограничения влияют на механику и не превращается ли она из идеальной, ну, в глазах геймдизайнера, точнее, в голове геймдизайнера, все механики, которые он придумал, кажутся ему идеальными. Вот. Не меняет ли это механику настолько, что она перестает быть идеальной и становится совершенно неинтересной, совершенно нежизнеспособной. И, собственно, во многих играх можно найти механики, которые не очень хорошо в той или иной игре работают, и они как раз вот можно всегда посмотреть и понять именно, почему та или иная механика не работает в игре. В играх с большим количеством механик, то есть в какой-нибудь там GTA или в Red Dead Redemption или Assassin's Creed, всегда есть какая-то механика, которой вы уделяете меньшее время. Не потому что она как раз неинтересная, непонятная, неглубокая, незапоминающаяся. Если это не кор-механика и не кор-геймплей, а какая-то второстепенная история, связанная, там, например, не знаю, в игру добавили крафт, но никто этим крафтом не пользуется. Если это не выживач, где крафт – основной механизм, собственно, который игрока движет по какой-то кривой прогресса, а если это какая-то в конце добавленная фича, которую решили добавить просто почему бы и нет. Это вот, кстати, к слову о том, что геймдизайнеру нужно отвечать на вопрос «зачем?». То есть если мы добавляем в игру механику крафта, то зачем мы ее добавляем? Она как раз должна отвечать, ну, геймдизайнер всегда должен ответить на этот вопрос. И, собственно, эта механика, скорее всего, может как-то не пользоваться спросом. Соответственно, скорее всего, какой-то из вот этих пяти критериев
каких-то этих 5 параметров у нас проседает в этой механике, и она становится неинтересной. Это всегда можно так или иначе понять в процессе игры. Возможно, не получится эту механику переделать, не получится эту механику убрать, но как минимум для себя, как для геймдизайнера, вы поймете, в чем у вас слабые места той или иной механики, поймете, как их дальше развивать. Возможно, вы выпустите офигенское DLC, которое будет играть, которое будет играть с этой механикой настолько эффективно, что это DLC, возможно, будет даже интереснее, чем сама игра. Пример, когда DLC стало интереснее, чем сама игра, это Diablo 3. Оригинальная Diablo 3 была не такой интересной, как аддон, который к ней вышел. Соответственно, в ней как раз разработчики поправили все те механики, которые были основополагающими для серии Diablo, но при этом в котором эти разработчики упустили какие-то моменты, и когда не удалось создать достаточно интересных, понятных, масштабируемых механик. Собственно, в любом случае, даже если вы понимаете, что у вас есть какие-то проблемы, какие-то пробелы, какие-то слабые места, их можно в том или ином виде улучшить. Главное просто это понимать. То есть, когда у вас есть понимание того, что у вас проседает какой-то момент, связанный с геймплеем, какой-то важный момент, вы как минимум всегда можете понять, как его улучшить. Если вы не понимаете, что происходит, вот это уже большая проблема. И именно для этого вот все механики раскладываются по этим полочкам, потому что так или иначе при попытке разложить, вы так или иначе наткнетесь на какой-то пробел и поймете, что да, скорее всего, проблема в этом. Проще всего делать такое, на самом деле, даже не на своих играх, а на чужих, путем декомпозиции, путем реверс-инжиниринга и понятия того, что на вас работает правильно, что на вас работает неправильно, что разработчики хотели вам сказать, но не смогли, или наоборот, что разработчики раскрыли так круто, что это вас удерживает. То есть вот эти все моменты очень хорошо потом постфактум проверять, смотреть, понимать, какие ощущения от чего вы получали, какие негативные, позитивные, даже негативные ощущения, которые удерживали вас в игре, тот же Dark Souls, здравствуй. Мы играем в него просто потому, что она причиняет нам боль. Но при этом она делает это настолько изящно, что нам хочется продолжать в эту игру играть. Есть игры, которые мы там 2-3 раза проиграли, и нам уже не хочется в нее играть. Вот такие моменты. Сравнивать игры одного жанра, как я сравнил Portal, Talos Principle и Witness, например. Тоже довольно интересная такая, как сказать, зарядка для геймдизайнерского ума в том числе. Собственно, наверное, это все, что я хотел сказать из таких основополагающих вещей, которые позволяют эти механики как-то оценивать. Естественно, существуют чек-листы, по которым можно все это дело прям хорошо прорабатывать и хорошо искать какие-то изъяны. О них я в том числе рассказываю в своем курсе игровых механик. Поэтому, кто захочет учиться геймдизайну, welcome, все расскажем, покажем, все разложим по полочкам, как говорится. Я уверен, что все будет максимально эффективно. О, спасибо. Спасибо большое, Володь, за такой подробный рассказ. К тебе есть вопросы? Даже интернет не упал. Да, даже интернет не упал. Давай на один вопрос ответим сейчас, а на все остальные вопросы сможешь ответить в чатике письменно, да? Я постараюсь, да. Так что да. Давайте скажем, во-первых, спасибо Владимиру и зададим ему вопросы. И вот тут вот такой вопрос, прям интересный, от Николая Петухова. Владимир, а как вы считаете, что первично? Игровая механика, механики ее на основе, и на ее основе ищем свою аудиторию, или сначала ищем аудиторию, а под них делаем механики? Вопрос действительно интересный. Могу сказать, для меня тяжело говорить по поводу подхода сначала делаем механику, а потом ищем аудиторию, потому что и я, и мои коллеги всегда работаем от аудитории. То есть сначала мы определяем, для кого мы делаем игру, а потом мы понимаем, какие механики максимально эффективно для этой аудитории работают. То есть у нас может быть соревновательная механика, там, господи, лидерборды какие-нибудь. Но при этом на разную аудиторию работают разные соревновательные механики. То есть в том же World of Warcraft есть соревнования PvE-шные, гильдий, которые пытаются максимально быстро убивать рейдовых боссов. На части аудитории работает вот такая история, связанная с PvE-лидербордами. А существуют лидерборды
PvP-шный, собственно, тот же рейтинг какой-нибудь, я не знаю, Hearthstone, например. Это PvP-шный рейтинг, это та же механика лидерборда, только она на другую аудиторию рассчитана. Есть механики, связанные с какой-то помощью другим игрокам. Например, в играх на определенную аудиторию можно делать лидерборды, связанные с тем, кому ты больше всего помог там, за сутки, за месяц. Количество отосланных подарков, количество кооперативных миссий. То есть я сейчас уже не вспомню. Но это примерно то же самое, как в шутерах считается, сколько киллов ты сделал сам, а в скольких киллах ты помог другому игроку. Вот бывают люди, на которых работает именно механика помощи максимально эффективная. И тогда игру стоит выстраивать именно вокруг механики помощи, если вы делаете игру вот именно на эту аудиторию, которая триггерится на это. Поэтому все-таки мне кажется правильней сначала определиться с аудиторией, а потом выбрать те механики, которые максимально эффективно работают с этой аудиторией. У тебя микрофон выключен. Да. Ну что ж, спасибо большое, Володь, за твой рассказ. Там еще в чатике много вопросов. Будем очень благодарны, если ты на эти вопросики сейчас в чате поотвечаешь людям, которые их задают. Да. Также да. Вот на экране вы видите у Володи его адрес Фейсбука. Можете ему писать смело, обращаться, спрашивать. Володя поможет. Наверное. Все так, все так. Вот, а также напоминаю, что вот внизу на экране вы видите адрес сайта game.hsbi.ru. Это наша образовательная программа, менеджмент игровых проектов, обучение на которой начинается уже 27 мая. Ну и в рамках этой образовательной программы мы как раз проводим такие вот, как сегодня, открытые лекции наших преподавателей и выпускников. Приглашаем вас оформляться к нам на обучение. Заходите на сайт, подавайте заявку. Ну и дальше там уже по инструкции. Если хотите в геймдев или хотите создавать собственные игры и хотите это сделать эффективно, то, собственно, вот приходите к нам учиться. Мы с этим поможем.